Мусатов Александр Михайлович. Родился 26 февраля 1922 года в селе Богородское. Призван на фронт Мелюзовским РВК 1 января 1942 года. Младший сержант, замкомандира отделения автоматчиков разведроты 5-й гвардейской мотострелковой бригады, 32-й гвардейской механизированной бригады. Награжден медалями за отвагу, за боевые заслуги. Демобилизован 22 ноября 1946 года. Мусатов Александр Михайлович в 1943 году представляется к медали за отвагу. Из наградного листа. Гвардии младший сержант Мусатов Александр Михайлович в борьбе против немецко-фашистских войск проявил мужество и отвагу. Так в районе Новониколаевка Харьковской области, находясь на НП, оставаясь на месте до последней возможности, уничтожил из своего автомата до 15 фашистов. В районе Скосырской товарищ Мусатов взял одного пленного. В 1945-м он представляется к медали за боевые заслуги. Из наградного листа. В боях западнее города Печ, Венгрия, 1 декабря 1944 года за населенные пункты Киваю-Селаш, Киваю-Тёттёш и Баконы, действуя в составе сабельного отделения, проявил храбрость и отвагу. Находясь в конной разведке на фланге противника, товарищ Мусатов доставил ценные сведения о расположении врага, в результате чего противник был разгромлен. При этом было захвачено 60 подвод с разным военным имуществом.